Что казахстанцы думают о курсе иностранной валюты и как меняется их отношение к тенге? Мои коллеги поинтересовались у жителей столицы. Смотрите блиц. Кому-то в долларах, может, надо это. Это же бизнесмены, например, все в долларах. Мы люди рабочие, нам нет нужды. И даже сейчас, даже долларом, смотрите, что творится. Вообще не знаешь, как что. На данный момент не перевожу в доллары. То есть из-за всей ситуации вокруг, то, что происходит, пока верю в тенге, что все закончится, все хорошо. И надеюсь, наша страна сильная, как-то наш тенге сильно не пострадает из-за этого.